«Южный глаз», постоянные участники фестиваля, настолько им вдохновились, что вспомнили, что они хорошие музыканты. И мы решили немножко поработать в этом плане. Сейчас мы сыграем под минус, это, конечно, так, это самое. Уже фонограмма есть, потому что первый такой блин он всегда кумом. А потом уже посмотрим. Благословение Руси святой Сой.